Ну что, друзья, 14 век, Средневековье, и вы оказались в плену у Священной Инквизиции. Менавіта так починається сценарій нового квесту, який недавно відкрився у Гомелі. На гэты раз прихильникам головоломок організатори пропонують подорожжя у середньовіччі. А чуть атмосферу можна з перших хвилин. Это наш уже второй квест в городе Гомель, «Гнев Инквизиции», он называется. И мы очень гордимся, что он получился в таком виде, в котором он есть. Мы очень много времени потратили на его строительство. Если те, кто уже был у нас на заражении, придут сюда, они увидят, какой огромный шаг мы сделали, как и сценаристы, как и строители, как реквизиторы. Пераадолець усе перашкоды, разгадаць коды, адкрыць замкі і выратаваць сяброў. На ўсё даецца роўна 1 гадзіна. У адрозненні ад камп'ютарнай версіі, у жывых квестах эмоцыі і адчуванні сапраўдныя. Самае главное преимущество в том, что это происходит в реальности. То есть с вами вы не сидите дома в квартире за компьютером, а вы сами являетесь главным героем нашей истории. То есть вы вживую проходите, вы вживую испытываете на себе. То есть это вплоть до запахов, каких-то звуков, ощущений, которые с вами происходят. Это все происходит вживую. Это самое главное преимущество. Паспрабаваць свои здольности у живых квестах може кожна жадаючи. Минимальная колькасть удельников – 3 человеки. Як обіцяють організатори, новые уражені и добрый настрой гарантованные. Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».